Звуки шипящего на сковороде мяса для Ильяса Хуснудинова родные. Молодой человек, можно сказать, родился с кулинарной книгой в руке. Всем секретам обучила бабушка. Сегодня же он решил поразить жюри своим фирменным блюдом. Вырезка из мяса с овощами и соусом из красного лука и вина. И второй соус у меня был из белых грибов, сливок и сельдерея. Можно сказать, блюдо назвать мясо от Ильяса, но мы назвали просто мясо с овощами. Конкурсанты должны были приготовить европейское блюдо за 50 минут. Оценивают в первую очередь вкус, запах и внешний вид. Разработали технико-технологическую карту на свое блюдо, произвели расчет белков, жиров, углеводов и энергетической ценности. Далее они нарисовали схему приготовления блюда, а сейчас они как раз показывают нам практическую часть. Сегодня между собой состязались и официанты. Они должны были правильно засервировать стол и обслужить клиентов. Бармены же демонстрировали умение готовить коктейли. В бой шли все навыки, приобретенные за время работы. На плечах официантов, горничных, барменов и строится вся мощная индустрия гостеприимства на наших звездочках. Да? И главная цель нашего конкурса именно повысить внимание к этим профессиям, повысить их имидж. Всего в конкурсе 8 номинаций. Соревнования между горничными, экскурсоводами и администраторами гостиниц состоятся 15 и 16 декабря. Александра Волкова, Айгуль Замудинова и Владимир Ладушкин. Телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.